моделей ракет. Мы будем их в дальнейшем не просто собирать, но и запускать. С 10 лет, есть группы, начиная с 12 лет, то есть есть группы постарше. Мы специально разделили, потому что у каждой группы, у каждого возраста есть определенная уже знаниевая составляющая, на которую, безусловно, мы опираемся. Я планирую стать детским офтальмологом. Это вот профессия врач. Профессия врач, основные две науки являются химией и биологией. Поэтому я пошла в био, на кванту, чтобы этим заниматься более углубленно, потому что в школе очень мало практики. Мы, в принципе, ничего не проходим. Мы проходим, только нет практики, недостаточно. А тут все, что я видела в учебнике биологии на этих иллюстрациях, все эти растения, клеточные стенки, видишь вживую, понимаешь, что это вообще не то, что нарисовано в учебнике, а оно абсолютно другое. Это очень интересно. Из Центра подготовки космонавтов из звездного городка хочу поздравить всех участников технопарка людей, которые здесь оставались, молодых ученых, конструкторов и наставников. Хочу пожелать от нашего собрания как можно больше интересных новых знаний. Для вашего съезда вы открылись новые конструкторы, ученые, и которые будут влиять на наше будущее. Это бесцветный газ. Увидеть его, в принципе, ну, невозможно, так же, как и воздух. Но в жидком состоянии, который мы получаем, сжиженный газ, он становится в жидком виде, примерно напоминает, ну, по характеристикам, прозрачный, как вода. Ребят, как впечатление производства? Вполне плохие. Хотелось бы здесь в будущем работать? Пока еще не знаю. Мне понравилось, что здесь могут ездить автобусы. Все. Да, дефицит в кадрах есть, испытываем дефицит в квалифицированных кадрах, безусловно. Большую программу проводим по привлечению из других регионов ребят. Ну и, соответственно, конечно, в перспективе пытаемся делать упор на местные кадры, на местных ребят.
Вижу, что ребята многие заинтересованы, вижу умные глаза, поэтому я спокоен, смена нам найдется достойной. Безусловно, получился диалог. Вот. В большинстве своем случаев, конечно, ребята больше, нежели девочки, заинтересованы производством. Но для девочек у нас будет отдельная программа посещения нашей лаборатории. Тоже не уступает по инновациям и по современному оборудованию производства аммиака. Потом начать от него работать. Лаборант, нужно учиться всегда, почему-то сразу легко, все дается с трудом. У тебя есть план карьеры? Есть. Расскажи. Не рассказывай, это тайна. Так? Даже мама не знает.